Хорошо, хорошо. Задание золотого пути. Блин, да вы офигели, ё-моё, что ж за ботва-то такая? А? Так, я, кажется, знаю, как мы за ту... Я же не нажимал shift. Стой, 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 вот сюда, куда ж ты, ёпрасы ты? Бе-бех! Кто это там? Ю? А, ну это вроде он... Не опасный. Все, погнали. Так, чтобы знать. Можно Лонгина напоследок сделать задание. А, но... Ладно. Только не надо говорить, что сейчас мы упадем. Так, а внизу у нас авант... Не аванпост. Аванпост вон дымится. Аванпост нам еще освобождать и освобождать. Так, а что у нас сейчас? А, у нас еще нет задания. Ну, сейчас с Пейганом будем разбираться, наверное. Или потому что он сказал собал. Ой-ой-ой, что это? Кто меня стреляет? Или это не в меня? Надеюсь, не в меня. Блин, я перемочил людей Амиты, а... В итоге, блин, только что карма лишился. Карма как-то... Я здесь припаркуюсь, ребят, не против? Ой-о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 й. Эй, кто там? Мне это совсем не нравится. А что не так-то? Все, шикарно. Так, и все, погнали. Так, что тут у вас? У вас тут еще один есть, но это круто. Все, теперь можно идти. Главное, чтобы никаких... Бронежилет. Аджай! Мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Так, до свидания. Я ухожу на юг. Вчера сюда забрел солдат. Он заблудился и был голоден. Он сказал, что бежит на территорию Золотого Пути, потому что его поймали на прослушивании монтарской передачи по радио. Я тоже их слушал, и я принял решение идти вместе с ним. Я больше не хочу жить на севере. Хватит с меня поименовать. Здорово. Я слышала про Амиту. Как бы то ни было, за собалом будущее Кирата. Так. Нам пора... Смерть Пейгану Мину! Все, на абордаж. Так, а я буду с воздуха бомбить, если что. Так, что там у нас по... Ага, 18. Ну, нормально, что. Так, погнали. Отлично. Смотрите, какая у нас... я не понял. Это что, мы с одной машины, что ли, поехали на Пейгана? Что за бред? А, ну вот. Тут вторая еще машина. Но все равно слабый какой-то составчик у нас. А эти вообще куда-то свернули. Ливнули, скажем так, да? А, они, наверное, просто по дорогам едут, да? Вообще где они? Ну да. Ну, мы напрямую погнали. Так, а это у нас вот крепость. А это что такое? А это вот крепость по Игономину. Ой-ой-ой-ой. Так. Эх, а начинали отсюда. Когда у нас маленькая карта была. Ну все, здесь, наверное, садиться надо будет. Так уйти крепость. По-любому. Эй, давайте в стелсе, ребят. Что же, я не знаю. А можно сверху и бомбить? Нет? Так. Ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Да уберите мне эту королевскую крепость. Я и так вижу.
Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас соберемся, посмотрим, что там у них. Что у них с составом? Какие у них войска? Какие у них, каковы силы противника? О, нормально так. На крышу бы забраться, но они так бандиты. Этого минуса не должен. Отличненько. Хаджай, взорви главные ворота! Какие ворота? Какие ворота? Вот эти что? Не пойму. А, вот эти надо, да? Или какие? Не пойму. Так, это что-то у меня с микрофончиком. Ну я снял, взорвал главный ворот, что теперь-то? А где их так много-то, я не вижу даже. Еще надо было уничтожить те внутренние ворота. Ях, мы хлевы офигели. Да ёб! Да уйди ты, сука! Я манал. Где он? Гренами его закидывай. О, ништяк. Прекрасный. Во, вот этих давай бомби. Во, нормально. Ну, этого можно вот со снайпера. Так, ладно, давайте взорвем уже. Ссаные ворота. Так, а тут нету машин. Во, машины есть. Да куда ты садишься? Никуда хотел. Во, ништяк. Ворота взорваны! Внутрь! Блях, мух своего замочил. Где они? Я не вижу их. Так. Вон они. Ладно, а, стоп, да мы на машине сейчас. Пойдем, чё мы? Сейчас бомбить оттуда их будем. Или нельзя на машине туда проехать? Ну-ка, уйди-ка. Да уйди ты, ёпрстые. Можем? Нет, сейчас попробуем. Не, нельзя, видимо. Нахрен нужно, может, можно. Так, смотрим. Так, надо отодвинуть тачку. Это панул. Ух ты, вот это я зря, надо валить отсюда нафиг. Это я-то никто? Это мы еще посмотрим, кто тут никто. Попал же вроде. Да попал, ёп! Ладно, спокойно. Сейчас попал. Так, надо захватить центр какие-то. Ну, это чтоб проще было. Да попал же, ну ё-моё, ребят, ну что за бат... А, не-не-не, это просто прицел корявый такой. Непонятно даже, где там крестик. Я думал, я... Давай, давай, вот сейчас нормально. Да сколько же вас там за пулеметом, за вашим... Да ёпрсты. Все, надо бомбить их вот таким вот образом. Сразу бы тогда, ёп. Во! Да сдохни, нормально. Тут что ли засел? Не, на верхах, видимо. Харакири!
Ребятушки, не стоит так нервничать. А где? Вот кто палит? Ну высунься, пожалуйста. Давай, посмотрю. Так, а нам... Нам сейчас сюда, да? По-моему, они так и будут респаумиться. Да ёпрсты. Где еще-то? Вот это время пришло для этих пушки. Ну ты баба. Вау. Ладно, надо вот так вот сейчас зайти к ним и бампнуть. Все, и надо валить. Вот сюда. Бери пулемет. Может, тут какая-нибудь пушка интересная есть. Так. На мясо их, на... Да сколько туда всадить надо? Офигеть! Так, куда? Патроны пополняем. Что тут отрубать надо? Так, захватите штаб. Ну, я захватил. Что дальше? Тут где-то, да? Ну, что делать-то? Так, здесь... А, все, я понял. Вот так, да, надо? Это типа мы захватываем, да? Ну вот, я захватываю, да? Да что ж ты у него попасть-то не можешь? Где тебя учили? Давай. Гренки что не пополняются? Арсенал теперь наш! Здорово. Куда теперь? Вообще насрать на них. Захват. Да умри, ёп! Наконец-то. Все, сидим тут. А, не, вон там еще один. Урод. Перезаряжаем. Патрон довольно. Классная пушка. Все, ребят, всем рекомендую. Что там по навыкам? Двенашка, нормально. Еще было написано? Захватите двор. Захватывай. А, ну эти без бронежилет, поэтому. У меня, кстати, тоже без бронежилета, мне его сняли. Все, захватили, да? Связи наш, мы его захватили! Больше враг не сможет призывать подкрепление. Бежим, просто бежим. Быстрей! Какого хрена, быстрей! Ё-моё, нифига там мясо, офигеть! Так, берем инъектор, смотрим, что там за силы противника, где сколько. Ну тут один, это насрать на него. Вот там мясо какое-то только что было. Кто палил, я так и не понял. А, наверное, вертолет. Ну сейчас мы его снимем, давайте так. Ба-ба! Всё, так, сказал, чтобы на нас не упал. Четверочка, по-моему, да? Нет, не четверка, три. Погнали. А, это пулемет. Все, берем. Все, мы в... Мы уже идем к вам. Мочи, мочи, голову, 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 голову. Ты что, на меня лезешь? Так, все, смотрим, что у него тут есть. Огнемет, можно поджечь тут все, нахрен. Так я остаюсь, что не так-то? Сейчас здесь забежит, да? Аптечка берем. А. Ну как взять? Нас полно, видимо. Все равно, ну да, точно. Ой. Ой, да что вы с ним справиться не можете, он по головам долби. Раш, просто зажимай на них. Шикарно. Что дальше? Что у нас по заданию? Встретитесь с золотым путем? А, вот. Да, все правильно. Круто, давай. Они планируют контратаку! Да держать крепость! Офигеть. Где золотой путь? Вот он. Это что, пулемет? Нормально, пулемет, давай. Мне надо был грунтомет.
О, нормальная пушка, блин. Точно дебильная, наверное. Сколько тебе там садить надо? Ого, с одного нормально. Ну, потому что очень мощный пулемет. Если машину взорвал. Водилу, водилу, водилу. Где кто палит? Вон там. И на этот пофиг. Это считается скорострельная снайперская винтовка. Можно даже так назвать. Я имею в виду по мощности очень такая. Вертушку, если чё. О! Зашибись! Блин, я не могу... А кто тут? Подо мной, что ли? Вау! Да мышь, 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 пожалуйста, перевернись. А, ну у меня здоровье нормально. Ну-ка. Мочи, гада. Вот сейчас надо было тачки взрывать. Просто зажимаем там по ней. Не знаю, они там вообще даже очухиваться не успеют. Тяжеловес. И с ним сейчас на раз. Ну, все, разобрались. Бесполезно, ребят, пригинаться. Там тетка зверская вообще. Всех сейчас порвет. Так, а что надо делать? Отразить какую? Последнюю атаку? Да. Рады. Просто подлетают они тут в мясо. По-моему, я тут со всеми разбираюсь. Замочи ты уже, я не знаю. Отбросили контратаку! О, да. Кого? Давайте. О, да. Я тоже хочу. Давай я. Мне. А, вот. Взрывчатка. О, гранатомет, слушайте. Ну-ка, давай. Бабах. Шикарно, дайте посмотреть. А чё так не круто упало? Я думал, она прям. Ну ладно, тоже неплохо. Аджа, и ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это. Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Прах, прах. Я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия короля контратакует. Опять? Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира.